Устранение последствий снегопада, выполнение показателей рейтинга 50, строительство социальных объектов, школы в микрорайоне Солнечный и пристройки в школе в Медвежьих озерах. Об этом не только говорили на оперативном совещании в администрации района. Календарная весна уже вступила в свои права, да вот только погода за окном, видимо, не в курсе. В минувшие выходные столицу и подмосковный регион накрыло снегопадом. О том, как коммунальные службы в Щелковском районе справлялись с последствиями осадков, на совещании доложил замглавы администрации по вопросам ЖКХ Роман Назаров. Было задействовано в общей сложности 128 единиц техники и 469 человек, которые выходили на территорию Щелковского муниципального района для осуществления работы непосредственно по уборке горения снега и наледи. На данный момент коммунальные службы работают в штатном режиме. Всего же за месяц с территории района было вывезено почти 23 тысячи кубических метров снега. Также на совещании обсудили выполнение ряда показателей так называемого рейтинга 50. Одно из нововведений – организация на территории района контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Поселениям необходимо провести работу по подготовке перечня площадок. Еще одно важное направление работы – решение вопроса безхозяйных дорог. На данный момент на территории Щелковского района 51 километр таких дорог. У меня будет просьба городских поселений, пожалуйста, дайте сведения в управление дорожного хозяйства по тем дорогам, которые у вас бесхозяйные, которые нужно паспортизировать и получить свидетельство на собственности. Мы посмотрим, что у вас в бюджетах. Приоритетное направление – строительство социальных объектов. Возведение пристройки к школе в Медвежьих озерах уже началось, а вот строительство школы в Солнечном пока никак не начнется. В процессе оформления необходимой документации, тем не менее, глава района подчеркнул, эту работу необходимо форсировать и приступать к строительству как можно скорее. И сейчас у нас проверяют полностью документы на комплектность, это по школе Солнечной. На данный момент порядка 45 разных документов нужно загрузить. Начиная от всех действующих техусловий, от всех техусловий на вынос сетей, недропользования и так далее, и тому подобное. Мы же встречаемся с людьми, постоянно говорим им, что в такие-то сроки. И эти сроки оттягиваются. Стучись, откроют, сколько раз говорю. Помимо этого, на совещании также обсудили проведение закупочных процедур на благоустройство территории, ремонт дорожного покрытия, обработку жалоб жителей, поступивших на портал «Добродел» и горячую линию администрации района, организацию предстоящих праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Дарья Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».